Всем привет, вы на канале Ли Соня Фокс. Сегодня мы будем рисовать вот такой вот пейзаж, но я рисовала с картинки, и он был намного лучше. Да. Ну, я рисовала это в 5 классе, так что не судите строго, как бы, вот. Для этого нам понадобится, чтобы нарисовать такой портрет, нам понадобятся краски, скотч, чтобы сделать края, вода и кисти. Ну, кисточки обычные, то есть я имею в виду. Вот. Ну, лист бумаги, если я не говорила. Вот. Ну и все. Давайте, погнали. Так, ребят, берем скотч и наклеиваем его на наш рисунок. То есть делаем вот такие вот края. Как я вам уже говорила, перед тем, как наклеить скотч, надо его несколько раз еще наклеить на руку, чтобы он потом легко отдирался. Так. Вот. Последний. Вот, как-то вот так вот. Берем кисточку. Берем кисточку и наносим синий-голубой такой цвет. Делаем мазки любые, так, ну, сверху. Мне не совсем голубой, но синий. Так, сейчас сделаю голубой лучше, потому что синий не нужен. Так. Я думаю, ничего страшного, то, что я нанесла уже синий, а не голубой. Так. Вот голубой. Так, и наносим его вот так. Мазками вот так вот просто. Теперь берем желтую краску и наносим ее вот тут. Вот. Так, типа. Не бойтесь то, что залазить на синий и белым, типа, да. Это ничего страшного. Вот. То, что получается еще зеленый цвет у нас. Вот. Вот. Короче. Я рисую этот портрет, ой, не портрет, а этот пейзаж уже во второй раз, и то через 2 года, вот. Так что не судите строго, я вообще пейзаж уже как бы, не рисую практически, я только там, ну, с животных рисую в основном. Вот. Пейзажи рисовать, как бы, я не очень умею. Так вот. Теперь берем красный такой, даже не красный, а розовенький такой даже, вот рубиновый, можно сказать, и наносим его на все места, которые пустые уже. Вот, типа вот тут снизу. Так вот. Вот, примерно так.
примерно так. Вот. Я хочу немного поменять кисточку, наверное. Хотя пусть будет это. И теперь еще берем белый. Сейчас помою кисточку. То в розовом все. Так, берем белый. И типа вот так вот растушевываем его. Теперь берем черный. Сейчас. Берем черный и проводим линию. Что у меня очень широкая получается. Ну, думаю, ничего страшного. Так. Вот, короче. Это так. Теперь сейчас берем еще чуть-чуть черного, да, сухой вот этой уже кисточкой, да, чтобы она уже была, ну, которую мы наносили. И вот так вот типа наносим ее на лист бумаги. Вот. Затем мы берем красный, ну такой же рубиновый, можно сказать. И смешиваем с этим черным. Блин, посередине надо было оставить место. Вот, если что, посередине оставляем место. Я сейчас белым, скорее всего, закрашу вот сейчас. Потому что забыла. То есть посередине вот тут надо место оставлять. То есть, поняли, да? В середине надо оставить место немного. Так, давайте быстренько зарисовывать, потому что, чтобы черная краска не засохла. Посередине место оставляем. Ой, у меня скотч отклеился, блин. Края не будет. Сейчас высохнет. Ну, высохнет, потому что у меня вот тут посередине же я нанесла белую краску, вот, поэтому подожду, пока высохнет. Вот. И потом буду продолжать рисовать. Короче, ребята, уже, в принципе, подсохла краска тут.
Вот. Поэтому давайте продолжать. Итак, вот эту вот часть заполняем, получается, желтым, по-моему. Да, желтым заполняем. Вот так вот. Сейчас она должна еще перемешаться вот с этой краской бордовой, которая. Поэтому я добавляю воду, чтобы эта краска была не сухой, а мокрой. Чтобы можно было смешать ее. Вот. И теперь желтый. Че тут, бля, могу же еще добавить сюда вот так вот. Розовый. Сейчас я розовый хочу добавить сначала сюда. Рубиновый, так сказать. Вот. И теперь желтый. Все так. Вот, примерно так. Как-то. Вот. Типа вот тут можно чуть-чуть. Но не советую вам. Короче, я вам лучше советую сразу же, пока у вас краска вот эта не высохла, сразу же все вот это делать. Не ждать, пока она высохнет уже. Так, теперь, короче, давайте дальше. Сейчас берем черную краску и типа вот так вот рисуем, можно сказать, деревья там. То, что будет на том берегу. Типа вот так вот горы такие. Вот. Как-то так, короче. Я, конечно, очень люблю рисовать, и у меня уже дофига рисунков, но это будет мой самый худший рисунок, и мне кажется, после видео он пойдет в мусор сразу же. Короче, берем сейчас белый. Берем белую краску. Сейчас, подожди чуть-чуть. Наберу ее на кисточку. У меня уже ее очень мало, как бы, на акварели даже. И у меня ее скоро уже не будет, к сожалению. Я буду творить без нее. И рисуем круг такой. Круг такой, тынь. Вот. И вот тут следы такие. Отражение луны, так сказать. Вот. Именно так. Так, и теперь берем красную краску. Так. Вот. И рисуем такие вот облачка. Тонкой-тонкой кисточкой. Еле надавливаю, так сказать. Тут сверху они уже более длинные такие, вытянутые. Блин, я вот мастер рисовать облака. Ну,
короче, вот так вот как-то. И сейчас будем рисовать уток. Да, тут еще уток не хватает. На этом творчестве, блин. Короче, берем черную краску. Вот тут вот рисуем такое, так сказать, семечко. Я знаю, это не похоже на семечко. Меня это совсем не похоже на семечко. Так, теперь рисуем длинную голову, вытянутую при залете. Так. Киплю. О, а утка у меня красивенькая получилась даже. Теперь крыло. Это получается полоска у нас вот такая. Так, сейчас я краску немного уберу. И типа вот так вот перья прорисовываем. Снизу перья прорисовывать не надо. Ну вот так вот как-то. И второе крыло будет таким тоненьким, так сказать. Вот. Да, крылья такие маленькие и такое огромное тело. Такое, точнее. И рисуем теперь, так сказать, ее отражение, ну тень. Так, на воде. Примерно вот так вот. Совсем не похоже, мне кажется. Так. Теперь будем рисовать вторую утку. Их тут вообще три должно быть. Вот, тоже рисуем такую же семечку. Такую же семечку. Короче, вы поняли, да? Тоже такую же штучку рисуем. Вот. Рисуем вытянутую голову. Такую вот. Такую вот, вот такую. Вот. И саму голову. Ну, точнее, шею рисуем вытянутую, а теперь голову. Шея у меня что-то... Это... Получилась толстая. Как будто не утка, а непонятно кто. И крылья. Крыло, точнее. Так вот. Вот. Блин, это пипец, фигня какая-то. И рисуем вот так вот тень. Ну и еще одну утку, третью уже. Будем рисовать на воде уже. То есть она сидит. Спокойно уже утка сидит теперь это. Мне рисовать проще всего, как я думаю. Вот. Брызги, как будто бы она уже прилетела, так сказать. Ну, короче, брызги. Вот. Теперь будем рисовать берега. Этот берег сейчас. Короче, рисую вот этот берег вот. Тоже черная краска, если что. Я это говорю на всякий случай, если вам плохо видно. И тут такой берег.
берег говорю, а не непонятно что. То у меня тут все непонятно что. Так, рисуем траву, так сказать, типа палочки вот такие вот. Супер трава. Вообще супер. Самая толстая трава на свете. Не упала. Ну, как-то так, короче. Это вообще непонятно, что как бы у меня получилось, но я старалась, по крайней мере. Первый рисунок у меня получился намного лучше. Да, в пятом классе я, получается, намного лучше рисовала, чем в шестом. Ой, в седьмом. Я же уже в седьмом классе, можно сказать, с 1 сентября, как минимум. Короче, я уже закончила шестой класс, и я уже в седьмом классе. Все. Все. Ну, на этом все. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И всем пока-пока.